Этого футболиста называют коллекционером голов в ворота лучших вратарей мира. Простой белорусский парень забивал Джанлуиджи Буффону, Петру Чеху, Эдвину Вандерсару, Йенсу Лемону. Наверняка догадались, речь о Виталии Булыге. Экс-форвард Могилевского Днепра, а ныне игрок Оренбургского Газовика, по традиции в конце сезона приезжает в родной Могилев. Этот год для Виталия получился насыщенным и непростым. Начинал сезон в сочинской «Жемчужине», затем после развала команды перебрался в Оренбург, а по окончании сезона получил второе высшее образование в Белорусском госуниверситете, специальность «Тренер по футболу». Неужели готовится к завершению игровой карьеры? С этого вопроса мы и начали наш большой разговор с одним из самых ярких футболистов Беларуси. Не хочется об этом думать, но это так, действительно, да, в январе месяце мне будет 32 года, и, конечно, если будет еще возможность, будет здоровье, пока оно меня не подводит, сегодня я себя чувствую прекрасно, и, конечно, если будет возможность еще поиграть, там, 4-5 лет я поиграю в футбол, нет, будет беспокоить там травмы, какие-то проблемы будут, естественно, тогда придется закончить футбол. Эта команда, наверное, единственная, может быть, вторая, там, третья команда всю мою историю в футболе, которая действительно платит деньги день в день. Здесь сегодня премиальная сыграл игру, на следующий день тебе дали. У меня в каждой игре было по 5-6 моментов. То штанга, то вратарь, то что-то еще. Ну, что-то не шло в этой команде, но надеюсь, что у меня есть действующий контракт до мая месяца. И если других вариантов предложений каких не будет, естественно, останусь помогать команде. Есть определенная задача сохранить команду в первой лиге. Ну, а там уже будет известно, что будет дальше. После того, когда я получил серьезную травму, там это знают все, что получил разрыв передней крестообразной связки. Ну, и тренер после этого даже меня ни разу в жизни не вызвал. Даже на сбор просто он мне ни разу не позвонил. Вот это мне больше всего, конечно, неприятно, когда у него были плохие там времена, там, как у тренера, там, может, не знаю, мы всегда с ним общались, и потом он мне не позвонил, я не понимаю его политику. Любой футболист, который что-то в жизни достиг, там, хотя бы его просто ради приличия можно же вызвать в сборную. Просто вызвать и посмотреть, если он сегодня слабее, там, Родионова, Кутузова, там, Глеба, тогда однозначно, ну, он же, по крайней мере, он обязан хотя бы вызвать. Ну, вот это неприятно, конечно.